говорим об армаде 3, я выделил, во-первых, своему образованию врач взрослый, терапевт, поэтому хотел бы рассказать, конечно же, и о взрослых. Почему так важно принимать взрослым? Это потрясающий продукт, о котором хочется вам рассказывать, рассказывать и рассказывать. Почему омега-3? Почему Акарифлейм? Потому что лучший продукт в своем классе, абсолютно безопасный, сделан еще раз то же самое, да, из тушки, а не из печени рыбы. Содержит только натуральные жирные кислоты, 12-почечные жирные кислоты. Расскажу, почему это так важно. И фотосинтезированные, и фотосинтезированные жирные кислоты. Прошел очистку от всех тяжелых металлов и токсинов. Капсулы произведены из натурального рыбного желатина и могут использовать в своем питании, соответственно, и люди разных религиозных конфессий. Кому-то нельзя есть свинину, кому-то нельзя есть там, коров, кому-то еще чего-то, да. Здесь, пожалуйста, без проблем могут употреблять люди разных религиозных конфессий. Это стабильный рыбный. Стабильные, это значит, не подвергается осветлению, но добавлю, ну, за счет этой капсулы, да, тоже как раз нет соприкосновения с кислородом, а значит, сохраняет все свои свойства. И тоже, обратите внимание, соответствует стандартам высочайшего фармацевтического производства, стандартам GMP. Итак, почему нужна омега-3? Потому что омега-3 – это критически важные элементы для сохранения цельности наших клеточных мембран. Добавок ко всему, омега-3 защищает сердце, защищает сосуды. Причем, добавок ко всему, они разжижают кровь, то есть снижают такую свертываемость крови, то есть предрасположенность к тромбообразованию. А значит, препятствует развитию атеросклероза, препятствует развитию ишемической болезни сердца и инсультов. Самый жирный орган в нашем организме, друзья, это мозг. Здесь больше всего, 80% он состоит из жира. И в первую очередь это омега-3, полиненасыщенные жирные кислоты, необходимы нашему мозгу. Еще раз напоминаю, если не хватает полиненасыщенных жирных кислот, да, организм приспосабливается, он начинает заменять его насыщенными жирными кислотами. Но насыщенные жирные кислоты – это как грубые субстанции, которые просто не проводят нервный импульс. Поэтому снижается настроение, возникает депрессия, болезнь Альцгеймера, друзья, плохая память, снижается интеллект, увеличивается агрессивность и депрессия у человека, снижается способность к обучению. И если вы хотите быть, сохранять трезвый ум и память до самой глубокой старости, значит, обязательно употребляйте в своем питании омегу-3. Иначе, к сожалению, ни память, ни интеллект начнут вас подбивать. Давайте посмотрим классификацию. На первом с вами занятии, когда мы говорили о супах, и мы с вами затронули тему тоже жирности. Я показываю уже эту классификацию. Давайте сейчас просто более подробно, может, на ней как раз и остановимся. Дело в том, что жиры, жирные кислоты, они бывают разные. Помните, мы говорим по поводу батончиков, что только два вида растительных жиров являются насыщенными жирами. Да? Вот, вы видите, насыщенные жиры, это, как правило, входят животные жиры всегда только, и только два вида растительных жиров, это кокосовое масло и пальмовое масло. Почему они различаются на насыщенные и ненасыщенные жирные кислоты? Дело в том, что у всех жирных кислот между молекулами углерода есть связь. Вот у насыщенных жирных кислот связь между молекулами углерода одинарная, и они не могут к себе присоединять дополнительно водород. Они уже насыщены водородом, поэтому они называются насыщенными. Ненасыщенные жирные кислоты имеют двойные связи. Вот мононенасыщенные одну двойную связь, а полиненасыщенные несколько, 5-7 двойных связей. И это значит, что они могут присоединять дополнительно к единице водород. Они мононенасыщенные. Вот как раз полезными считаются мононенасыщенные. Это все растительные жиры.
первую очередь мононенасыщенные, они другие запахи, олеиновая кислота. Наверняка каждый из вас встречал в магазинах олеина, да, растительное масло. Ну, там олеиновая кислота – это омега-9. И полиненасыщенные, которые имеют несколько двойных молодей, это омега-6 и омега-3. Самые полезные для нашего организма. Омега-6 – это линолевые и аркидоновые кислоты, и омега-3 – это аспилиновая, это растительное отечество происхождения, растительных маслах, в льняном масле, например, считается маслом. И вот эйкозапентоен, или эйкозапентоен – это очень самые полезные, редкие, самые дорогие жирные кислоты для мелкоточечные. И есть сюда же входит трансжир. Помните, когда мы говорили с вами об отрычиках, мы как раз затронули тему трансжиров. Это делается искусственно, когда берется растительный жир, но так как он не соответствует для производства того или иного продукта пищевого своей консистенции, вязкости другая, которая не нужна, и что делать, чтобы поправить эту вот вязкость, консистенцию, эластичность, делать искусственно, к нему добавляют дополнительный жир. Да? Насыщенный, помните? Не могут все растительные жиры, а здесь могут. И вот они дополнительно гидрогенизируют, то есть добавляют искусственно к жирной кислоте водород. Но так как это делается искусственно, то практически создают мутанты урода молекулы. Задом наперед присоединяется водород. И вот такая молекула мутанта урода, когда попадает к нам в организм, она не может, нет ферментов, которые наш организм мог бы ее расщепить. И что происходит? Эти уроды-мутанты идут по, соответственно, да, в нашем организме, никому они не нужны, ферментов своего не встречают, их никто не расщепляет, и они, соответственно, начинают накапливаться на кислоту. Поэтому вот маргарины, кондитерские жиры, и когда вы видите продукты питания гидрогенизированные, вы, друзья, это все относится к трансжирам, это очень плохо. Просто нет ферментов, природа не рассчитала, что он человечество будет создавать искусственные формы жиров, и поэтому у нас нет просто ферментов, которые могли бы расщепить эти жиры. Поэтому трансжиры, старайтесь их избегать, кондитерские, гидрогенизированные. Читайте, пожалуйста, то, что вы покупаете. Почему считается полиненасыщенные? Вот насыщенные жиры у нас могут в организме образовываться. Мононенасыщенные из насыщенных жиров тоже могут в нашем организме образовываться. А вот полиненасыщенность нет, это связи, болит, да? Никогда не происходит их в нашем организме, когда синтезировать не могут. И мы должны их получать вместе с продуктами питания. А именно они считаются в первую очередь полезными. Именно они помогают латать дырки в наших клетках. И в первую очередь в таких клетках, как нервы, клетках нервной системы. Но это еще не все, друзья. Обратите внимание о том, что омега-3, омега-6, казалось бы, обе жирные кислоты являются полиненасыщенными, и обе считаются полезными. Причем во всех продуктах, которые мы с вами покупали, есть всегда, если мы видим, там есть полиненасыщенные жирные кислоты, то и омега-3, и омега-6. Нет ни одного продукта питания, да, если это не искусственная, значит, активная добавка создана, чтобы там отдельно была омега-3 и омега-6. Они всегда везде существует вместе, совместно, в любом продукте питания. Но что самое интересное? Дело в том, что есть правильный баланс. В нашем организме для нашего здоровья важно, чтобы между омега-3 и омега-6 был баланс. И правильное соотношение, ну, по разным источникам, от 1 к 2 до 1 к 5, то есть омега-3, 1 и где-то 4-5 соотношения, да, должно быть омега-6 в нашей потребляемой пище, чтобы все у нас в организме было замечательно. Но, к сожалению, так складывается питание в современном обществе, что сейчас существует жесточайший дефицит именно омега-3. Если оптимальное соотношение от 1 к 2 до 1 к 5, то, как правило, сейчас соотношение в нашем индустриальном обществе омега-3 1 к 20. То есть омега-3 жесточайший дефицит. Омега-6 гораздо больше потребляем, чем омега-3. И что это значит? То, что дефицит существует. Вы покупаете, например, рыбу, вы покупаете там, в детские, оленовое масло или в
лосося. И считается, что все хорошо, вы употребляете правильный, более насыщенный жирный кислоты. Ну, это значит, что вы употребляете не только омега-3, но и омегу-6. Я уже не говорю про насыщенные жиры, омега-9, аракидоны, получаете все другие тоже жирные кислоты. И соотношение, именно баланс у вас остается нарушенным. Почему так важно соблюдать баланс? Дело в том, что если баланс нарушается, то омега-3 и омега-6 вступают в конкуренцию между собой. Если все-таки у нас сохраняется в нашем питании дефицит омега-3, то омега-3 и омега-6 вступают в конкуренцию между собой, и омега-6 начинает вместо того, чтобы помогать нам, наоборот, вредить нашему здоровью. Вот посмотрите, примеры перед вами таблица. Примерами обратного эффекта омега-6 в дефиците омега-3. Если дефицит омега-3, баланс, если нарушен. Мы считаем, едим рыбку, пьем там льняное масло и считаем, что все хорошо, не дефицит для кислорода. А на самом деле при дефиците омега-3 омега-6 начинает провоцировать образование атеросклероза, инфаркта и инсульта. Мы думаем, что у нас гипертоническую болезнь мы будем лечить, практически у нас все будет лучше, а наоборот усиливается эффект. Мы считаем, что воспаление у нас снижается, а оказывается, начинает способствовать, и аллергия начинает стимулировать, и старение ускорять, и даже может вызвать поздний токсикоз беременности, преждевременные выкидыши, как и при дефиците вообще более ненасыщенных жирных кислот. Поэтому, пожалуйста, обратите внимание, даже если мы с вами правильно питаемся, но не используем дополнительно биологическую активную добавку с омега-3, вполне вероятно, что быстрее всего, это потому что соответствует современным реалиям, дефицит омега-3 у нас сохраняется. А при дефиците омега-3, если мы дополнительно не принимаем, даже правильное питание, омега-6 может вместо того, чтобы помогать, ухудшать наше с вами состояние. Поэтому так важно, друзья, дополнительно использовать омега-3, причем правильные формы, 12-клеточные формы омега-3. Потому что очень часто те омега-3, которые предлагаются у нас в аптеках, если уж все-таки кто-то из ваших клиентов захочет приобрести другую омега-3, а не другую, тогда пускай прочитает, что какие жирные кислоты там содержатся. Чаще всего это АЛК, то есть это короткоцепочечная форма жирной кислоты, которая не перекрывает весь дефицит. А 12-цепочечные перекрывают любой. Так вот, в омеге-3 двух капсулах содержится эйкозапентаеновая кислота, 164 миллиграмма. Декозагексаеновая кислота 110 миллиграмм, декозапентаеновая кислота 56 миллиграмм. И всего получается 330 миллиграмм длинноцепочечных, самых ценных, самых дорогих жирных кислот. Ценность омега-3, друзья, всегда определяется именно по количеству содержания длинноцепочечной формы полиненасыщенных жирных кислот. И если ваши клиенты друг и друг в аптеке покупают омега-3, то просто напомните им, друзья, что в обычной омега-3 или в обычном рыбьем жире, который они покупают в аптеке, как правило, в этом рыбьем жире не больше 10% длинноцепочечных форм, как раз таки ЭПК, ДГК, ДПК. Остальное приходится на омегу-9, на омегу-6 и на насыщенные жирные кислоты. Поэтому важно знать, что используешь, важно понимать, что ты хочешь купить для того, чтобы свое здоровье укрепить, а не сделать все наоборот. Детской омеги, вот вы видели, что в двух капсулах 330 миллиграмм длинноцепочечных форм, самых полезных, самых ценных, а в омеге 3 чайной ложки 5 миллилитров, конечно, посмотрите, в несколько раз больше. 1400 миллиграмм, потому что детям они растут, им память даже нужна больше, чем нам, потому что они пытаются много нового, поэтому необходимость у детей полиненасыщенных жирных кислот, а именно длинноцепочечных,
ТПК, ДГК, ТПК несколько раз выше бывает, чем у обычного взрослого человека, там, 20-30 лет. Ну, что еще, на что хочется обратить ваше внимание? Дело в том, что кардиологи рекомендуют обязательно лицам, у кого есть проблемы с горлом, обязательно употреблять до 2 грамм, то есть 2000 миллиграмм омега-3 в сутки. Вот просто сейчас вам скажу рекомендации американских кардиологов. Лица без ишемической болезни сердца, то есть здоровые люди, важно с профилактической точки зрения всегда принимать не менее 2 раз в неделю жирные сорта рыбы, такие как форель, лосось, хек, там какие еще есть, таких кушать можно. И при этом обязательно употреблять не менее 300 миллиграмм в сутки длинноцепочечной формы омега-3, то есть 2 раза неделю рыбу плюс 300 миллиграмм в сутки, то есть 2 капсулы обязательно омега-3. Но если у человека уже установлены ишемические болезни сердца, например, ИБС, то рекомендуют кардиологи использовать не менее 1 грамма в сутки и козапентаеновой, и докозапентаеновой кислоты обязательно добавить. А если у больного нарушен дефицитный обмен в крови, да, мы говорили с вами вчера как раз по поводу метаболического синдрома, дефицит показателей крови, вот обязательно уже не менее 2 грамм в сутки омега-3 в метаболического синдрома. Можно, конечно, использовать взрослые, да, но посмотрите, получается практически 8 капсул нужно пить для того, чтобы восполнить потребность. А в детской дозировке практически выпиваешь 1 чайную ложку и все, что нужно, ты получаешь. Это гораздо выгоднее и экономичнее. Итак, если вы здоровый, молодой, без таких проблем человек, то с практической точки зрения достаточно 2 капсулы. Если уже какие-то проблемы есть, есть высокое давление, есть изменение лепидных показателей крови, вот. И если человеку уже за 45, то все-таки рекомендуется уже детский пузырь. Я вижу, что здесь есть вопрос по поводу камня желчного пузыря. Да, здесь единственное бывает, что люди, у которых проблемы с желчным пузырем, не очень хорошо перевариваются любые жиры. Согласитесь, они связаны именно с омега-3. То есть любые жиры, они не переваривают, потому что желчь расщепляет, там есть ферменты, расщепляющие жиры. А раз нет, например, проблемы есть с желчным пузырем, то ухудшается как раз расщепление вообще любых жирных кислот. Однако, если, например, даже нет желчного пузыря, было особенно операция по холециститотомии, удаление желчного пузыря, желчь все равно вырабатывается в пище. Вы же все равно едите, продолжаете употреблять мясо, то есть старайтесь просто менее жирное есть. Вы посмотрите, когда лучше вам принимать. Во-первых, хочу раз еще напомнить, что омега-3 лучше употреблять, вы начали есть, а самому прием пищи употребляете еще, и где-то ближе к концу употребления пищи, когда у вас в организме уже выработались липазы, то есть ферменты, которые расщепляют жиры, они у вас уже появились на фоне приема пищи, вы тогда, соответственно, выпиваете уже и омегу-3. Посмотрите, можно начинать с более маленьких доз и постепенно увеличивать. Но если все равно продолжается сильная отрыжка, если вызывает какой-то болезненный синдром, то смотрите, на мой взгляд, все-таки все равно по чуть-чуть, но надо продолжать. Просто найдите свою правильную дозировку. Потому что обращала внимание, здесь есть у нас тоже знакомые, у которых есть проблемы с желчным пузырем. Если не сразу большой дозировкой, а по чуть-чуть добавляя, то все, как правило, нормализуется. Они начинали с 1 капсулы, потом добавляли еще капсулы, так постепенно увеличивали дозировку. Что еще может быть приемом омега-3? Может немножко разжижаться. Да, это тоже, по идее, для многих, это вообще решение многих проблем. Поэтому большинство людей даже это радуются этому эффекту. Вот, что еще? Единственное, может быть, противопоказание, если у человека есть
когда кровь вообще не сворачивается. Потому что омега-3 разжижает кровь. Как правило, у взрослых людей это очень полезное свойство, потому что это прекрасная профилактика ишемической болезни сердца, инфарктов, инсультов. Вот, а если у вдруг гемофилия, да, это врожденная такая генетическая болезнь, тогда все-таки, конечно, омега-3, наверное, все-таки не стоит. Потому что помните, что омега-3 имеет такую функцию, как разжижает кровь. Добавок всему, омега-3 правильно действует на транспортную форму жиров, помните, либо омега-3 повышает выработку липопротеидов высокой плотности, которые чистят наши сосуды, и снижает выработку липопротеидов низкой плотности, которые, наоборот, могут засорять наши сосуды, особенно если не белка. Об этом мы с вами уже тоже говорили. Других противопоказаний никаких нет. С камнями просто осторожно. По поводу аллергичного ребенка, еще раз, мы смотрели с вами слайд, да, что как раз если дефицит омега-3 есть, то аллергия усиливается. Единственное, посмотрите по поводу лимонного как раз этого ароматизатора, да, лимонного сока, который добавлен. Мне кажется, тоже чуть-чуть попробуйте, посмотрите, как. Людей там не такие большие дозировки, чтобы переживать. Опять же, если все-таки на цитрусы есть аллергия, тогда просто берите капсулки. Если совсем маленький ребенок, выдавливайте. Капсулы никуда не должны быть. Если ребенок постарше, то просто капсулы. Тогда там все в порядке, нет ничего такого, чтобы могло плохо повлиять. А омега-3 как раз при аллергии очень даже нужна, потому что снижает аллергии, снижает воспалительные процессы, то, что необходимо для как раз выработки различных активных веществ, которые подавляют процессы воспаления и процессы аллергии. Итак, выводы по поводу омега-3. Это абсолютно незаменимый строительный материал для нервов. Если вы хотите сохранить нервные клетки до самого глубокой старости, свою память, свой интеллект, то обязательно омега-3 надо использовать. Детям тем более. Вот у, знаете, Натальи Мазеровой, директора, ее дочка, кстати, стала чемпионкой Татарстана по теннису, она чиля-отличница. И в школе, в классе, во время родительских собраний, три спрашивают, а как так получается, что у Милены везде все успевает, и в спорте показывает великолепные результаты, и в школе учится прекрасно. И Наталья говорит, да, Милена пьет омега-3. И теперь весь класс Милены, все пьют, тоже дети учатся, потому что все хотят быть такими активными, умными, как Милена. Так что, друзья, ваши дети, которые начинают пить омега-3 и показывают прекрасные результаты, соответственно, это будет ваша хорошая реклама для того, чтобы предлагать людям омега-3, предлагать им высокий интеллект, хорошее здоровье. Еще один вывод, обратите внимание. У нас сейчас жесточайший дефицит омега-3 у всех, повсеместно, друзья. И поэтому необходимо регулярно, ежедневно добавлять питание омега-3 жирные кислоты, причем правильнее использовать именно омега-3 агрегатами, о чем мы говорили, какие у нас внутренние мышцы. Потому что здесь длинноцепочечные, самые ценные формы жирных кислот, которые перекрывают любой дефицит омега-3. Стандарт GMP, высочайший стандарт качества, и еще такое, и хочется сказать, если вы употребляете омега-3, то на 50% снижаете риск развития у вас ишемической болезни. А это первая причина смерти среди населения всей планеты. На первом не травма, а на втором сердечно-сосудистая. Поэтому просто начинаете с профилактической точки зрения пить омега-3 и на 50% снижаете риск развития ишемической болезни. Напоминаю, что омега-3, две капсулы, есть и в нашем комплексе Wellness Pack и в мужском, и в женском. И весь комплекс Wellness Pack также имеет знак стандарт фантастического производства, самый стандарт GMP.